детей и подростков часто возникают ситуации, в которых трудно разобраться самостоятельно. 17 мая во всем мире отмечают День детского телефона доверия. Позвонив по номеру 8 800 2122 из любой точки России, дети и их родители могут получить бесплатную консультацию специалистов. Только за прошлый год в нашей республике на телефон доверия поступило более 20 тысяч звонков, на начало этого года уже около 4 тысяч. А Международный день детского телефона доверия страну объединил телемост «Доверяем вместе». К акции присоединились 10 регионов России, в том числе и УФА. По телефону доверия нужно звонить всегда, когда у тебя есть какие-то проблемы, даже когда они незначительны. Я задумывался об этом пару раз, и если мне действительно будет нужна помощь, я попробую позвонить. Проблемы есть у каждого разные, в основном они связаны, наверное, с учебой, потому что никогда не знаешь, кем хочешь стать заранее. Приходится все время пересматривать разные варианты.